Оль, ты знаешь, скажу честно, я сегодня влюбилась. Да. Во-первых, слепоны один из моих любимых буквально предметов обувного гардероба, но слепоны в необычном исполнении. Посмотри, у нас вышивка глади очень нарядная, очень красивая. И у нас слепоны не из простого текстиля, у нас слепоны из экозамши, что сразу, конечно, делает вид более статусным, более дорогим, ну и, конечно, более актуальным. Слушай, когда ты сказала, что ты влюбилась, я сразу подумала, не смотрит ли на свой муж. А потом подумала, ну, конечно, влюбиться. Как невозможно не влюбиться в слепоны. Причем в такие необычные. Эксклюзив на телеканале Шоппиншоу. Бестселлер телеканала. Внимание! Смотрите, слепоны сегодня для вас за 999 рублей. Давайте выберем ваш любимый цвет. Бледно-розовый, сиреневый, темно-синий. Это уже база у нас пошла. Серый и черные. Понимаешь, у нас три базовых цвета и два цвета более весенних, более летних. За такую цену я обязательно бы взяла одну базу и, например, бледно-розовый цвет. Выглядят они стильно. Такого рода слепоны будут сочетаться с любыми предметами одежды. Мы их сможем носить только как с юбками, так и с брюками и с джинсами. То есть здесь нет никаких ограничений. Универсальные, да? Абсолютно универсально. Вот Марина нам сейчас как раз демонстрирует образ с юбкой. Юбка-карандаш. Классическая. Выглядит очень гармонично. При этом мне очень нравится, как сидят наши слепоны. Ножка аккуратная. Да. Но самое главное, Оль, что нам в них будет очень и очень удобно. Давай смотреть, что здесь отвечает у нас именно за удобство. Что? Первое. Посмотри, очень часто, когда у женщин высокий подъем, вечером буквально обувь впивается в этот подъем. Посмотри, у нас здесь две эластичные ленты как раз в районе подъема. Посмотри, что у нас будет происходить, когда к вечеру ножка опухает. Вот она, свобода. Язычок не будет давить на подъем. А это значит, что нога не будет уставать и не будет переживаться. Мало того, за удобство здесь, конечно, отвечает мягкость материалов. Посмотри, вот эти кантики, которые обычно на жестких туфельках впиваются, опять же, в нашу ступню. Здесь впиваться не будут. Вот она, мягкость и нежность правильных материалов. Мало того, наша экозамша сделана на хлопковой основе. То есть на хлопковую основу наносятся волокна, микрофибры. Вследствие этого у нас нога благодаря хлопку будет дышать даже летом. То есть сейчас наступит весна, мы эти слепоны будем носить на носочек, а летом совершенно смело и комфортно наденем их уже на босую ногу. Прекрасно, то есть это ваш комфорт, это и наш комфорт. Мы уже давно полюбили слепоны. 999 рублей они сегодня стоят для вас. Красивые, стильные, очень мягкие, приятные. Подстраиваются под проблемную ножку в том числе. Но главное... Что там внутри? Ты знаешь, очень часто мы в рубрике «Здоровье», да, в рубрике «Красота» рассказываем про, выговори бы, акупунктурные точки на ноге. Во, выговорила. Давай смотреть на нашу стельку. Во-первых, она съемная, а во-вторых, вот он, тот массаж, который будет даваться нашим ножкам. Оля, здесь все акупунктурные точки будут массироваться. Причем эта стелька не жесткая, а эта стелька именно упругая. То есть, надев ее, мы не упремся в эти пупырышки, а наоборот, упругие вот эти наши точки, они будут массировать пятку. Чем это хорошо? И это комфорт. Это удобство, это, конечно, массирование нашей ступни, а это значит правильное кровообращение. Давай посмотрим наверх, чуть повыше. У нас здесь специальная отдельная подушечка для пятки. То есть пятка будет амортизировать. Итак, массаж мы получили, амортизацию пятки мы получили, а теперь посмотри на форму стельки. Видишь, она специально сделана для того, чтобы пятка внутри наших слепонов была четко на месте. Потому что, когда у нас пятка начинает внутри обуви ездить, мы натираем ногу, у нас теряется правильный вектор движения стопы, а вот такая пяточка, она как раз держит нашу стопу на месте, поэтому нам ходить намного легче в такой обуви. То есть, знаешь, вот такая стелька в магазине, я ее видела, она продается, она стоит около 1000 рублей отдельно. У нас 999 рублей слепоны со стелькой, которая делает массаж для вашей ножки и, по сути дела, заботится о вашем здоровье. Обувь здоровья для вас по цене со скидкой 900 рублей. Успейте дозвониться. Слепоны непростые, слепоны, исполненные в экозамше. Именно замшевые фактуры, Оль, они всегда придают обуви более дорогой вид. Причем современную экозамшу не стоит бояться. Она отличается также от материалов предыдущих поколений. Мало того, что она сделана на трикотажной основе, так наша микрофибровая поверхность обработана специальным молекулярным раствором для того, чтобы наша экозамша не боялась загрязнения
загрязнения. То есть даже если мы вошли, например, в воду или чем-то ее испачкали, в отличие от замши натуральной, нам не стоит бояться. Берем сухую щеточку, а если это уже совсем сильная грязь, то смело берем просто влажную губку и стираем все, что у нас там загрязнилось. Самое главное, когда получили эти слепоны, сразу обработать их водоотталкивающей пропиткой, и все, никаких дальнейших проблем такая экозамша вызывать не будет. Надо их спрятать от Светланы Воронцовой, вот эти вот фиолетовые. Когда она вернется из отпуска, она точно их захочет приобрести. Поэтому, знаешь, ну ладно, сделаем ей сюрприз. Смотрите, пока все размеры в наличии, но знайте, что один цвет уже пытается заказать для себя Света. От 36 до 41 размер во всех цветах, 5 цветов на выбор. И еще важно, как выбрать свой размер. Мы с тобой об этом забыли сказать. Выбираем эти слепоны размер в размер. Чем еще они, Оль, хороши? Мне очень нравится их эластичная подошва. Давайте посмотрим, на что способна эта подошва. Это немаловажно. Оль, это не просто такой эффект, когда подошва таким образом способна сгибаться. Подошва сделана из полиуретана. Это идеальное покрытие именно для обуви весенней, летней, осенней. Потому что она прекрасно совершенно сцепляется с любыми поверхностями, будь то плитка, будь то ламинат. Она не скользит, она очень хорошо амортизирует пятку, и она очень легкая, а согласитесь, вот в таких изящных туфельках это важно, когда они абсолютно на ноге чувствуются невесомыми. Плюс невероятно для такой цены, это качество, конечно. У нас здесь очень качественное закрепление подошвы, это литьевой метод. Каким образом он получается? Это монолитное соединение верха обуви с низом, здесь нет строчек, здесь нет швов. Верх обуви погружается в форму с жидкой подошвой, и происходит абсолютно герметичное скрепление. Чем хорошо? Эта подошва не отвалится, даже если ты попала летом в какой-либо ливень. Прекрасно. Литьевой метод подошвы абсолютно надежно закреплен. То есть это еще экономия на походах в ремонт обуви. Ну, только представьте, сколько вы экономите и сколько вы приобретаете за 999 рублей. Стильная, мягкая, замшевая обувь, очень приятная по тактильным ощущениям. Вы знаете, мне вот такая обувь пригодится на отдыхе. Мы когда куда-нибудь ездим отдыхать, у меня муж фанат всяких экскурсий, вот он обязательно все города должен ближайшие объездить, вот любит он, понимаешь, не, я тоже люблю, но ноги, конечно, устают, иногда я просто сажусь на лавочку и говорю, так, вы с детьми идите, я вас здесь подожду, выйдите, расскажете, что там было интересного. Оль, но удобство превыше всего, для этого обувь должна быть мягкая, для этого кант обуви не должен впиваться в твою стопу, а у нас как раз окантовка именно мягкая, даже в конце дня, даже отекшие ножки будет очень и очень удобно. Вот она, ты посмотри, это мягкость. Вот она, подстройка под высокий подъем. Но я еще раз скажу, за такую цену, за такую невероятную распродажу обязательно нужно взять один из базовых цветов. Ну вот, а я бы для себя выбрала второй вот такой розовый. Да, берем сразу несколько пар. Кстати, скоро 8 марта, Наташ. Сегодня можно позволить себе абсолютно все. Сделайте себе подарок.